погас. Стало вдруг темно. И стало все равно, есть он или нет, тот волшебный свет. Очень быстро. Мы все время мечтаем, что весна или осень будет близко, что успеем застать красоту и тепло, что осень подарит нам сказку. Как ее удержать, как ее осознать, ну кто же нам даст подсказку? Города на великой реке Комсомольск или Хабаровск одинаково тонут в желтом огне, утопает в нем и Николаевск. И берег Охотский ловит моменты осенней доброй грусти. Добежи на бикино, бежит марафон золотой, никого он не отпустит. Это просто маленький рай, осень и Хабаровский край. Осень, осень, да. Лес остыл и листья сбросил. И лихой ветер гонит их за мной. Осень, осень, ну давай. Спроси, где он май, вечный май. Мы постоянно куда-то бежим, мы всегда опаздываем, мы всегда хотим все отложить на завтра, отдохнуть завтра, увидеться с любимыми завтра, провести время так, как мы хотим завтра. Я умоляю вас, прошу вас, пусть это завтра случится уже сегодня. Позвольте себе насладиться этой золотой, волшебной порой в Хабаровске и Хабаровском крае. Будьте с нами здесь и сейчас. Мы любим вас, ваше утро с губернией. И еще раз, я думаю, всеми зрителями. Поехали! Осень, осень, да? Лес остыл и листья сбросил. И лихой ветер гонит их за мной. Да? Осень, осень, hey. Ну давай у листьев спроси. Ну где же, где? Где он май, вечный май? И еще раз, еще раз, еще раз все вместе, ну! Осень, осень, осень. Лес остыл и листья сбросил. И где он май, да? Вечный май? Еще раз хочу сказать большое спасибо каждому из вас, что вы с нами. Это Вита, участница шоу «Песни на ТНТ». Вита, ты прекрасна. Спасибо тебе большое. Аплодисменты еще раз от всей нашей команды, ребята. Виточка. До встречи в утро с губернией.